Нами стоит задача такая, сделать элементы очень сложной конфигурации. Вот мы сейчас сняли шаблончик, вот будем его корректировать. Аналогичный шаблон мы сделали на такой вот сложный элемент. Делаем их из бумаги, потом прорезаем и переносим уже непосредственно на оргалит. После переноса размеров на оргалит картина на листе выглядит вот так. Сейчас приступаем к выпиливанию. И сейчас мы выпилили буквально с первого раза, у нас 100% совпадение. Сейчас уже приклеиваем. Видите, ну, достаточно аккуратно, учитывая сложность этих элементов. Шаблон дает вот такой результат. В конечном законченном виде это сейчас вот этот узел выглядит соответствующим образом. Видите, подклеены элементы. Все очень аккуратно. Комната готова. И вот как раз мы такой очередной элемент выпилили сложной формы. Как раз вот его вставляем. Устанавливаем проектное положение. Перед нами стоит задача такая. Сделать элементы очень сложной конфигурации. Вот мы сейчас сняли шаблончик, вот будем его корректировать. Делаем их из бумаги, потом прорезаем и переносим уже непосредственно на оргалит. После переноса размеров на оргалит картина на листе выглядит вот так. И сейчас мы выпилили буквально с первого раза, у нас 100% совпадение. И вот как раз мы такой очередной элемент выпилили сложной формы. Как раз вот его вставляем. Устанавливаем проектное положение. В конечном законченном виде это сейчас вот этот узел выглядит соответствующим образом. Видите, подклеены элементы. Все очень аккуратно. Перед нами стоит задача такая. Сделать элементы очень сложной конфигурации. И вот мы сейчас сняли шаблончик, вот будем его корректировать. Делаем их из бумаги, потом прорезаем и переносим 100% совпадение. И вот как раз мы такой очередной элемент выпилили сложной формы. Как раз вот его вставляем. Устанавливаем проектное положение. В конечном законченном виде это сейчас вот этот узел выглядит соответствующим образом. Видите, подклеены элементы. Все очень аккуратно.